На клубной базе «Крыльев Советов» состоялся 11-й чемпионат прокуратуры Самарской области по футболу. В турнире приняли участие 6 команд. Первый матч игрового дня прошел между ветеранами «Крыльев Советов» и прокуратуры Самарской области. Поединок завершился боевой ничьей 3-3. В составе нашей команды отличились Сергей Чеснакос, Владимир Королев и Вячеслав Попов. А футбол для меня это все. Любые соревнования, дворовые, школьные, все, с удовольствием будем участвовать, приходить, потому что футбол во всей нашей жизни ветеранской. И хорошо, что мы можем популяризировать футбол, показывать, что мы живы, что мы можем двигаться. Хотя некоторые моменты бывают такие, что против нас играют люди, которые в два раза моложе, чем мы. Но тем не менее мы играем с ними. Вот. Поэтому хорошо, что такие турниры проводятся, мы рады будем участвовать в этих турнирах и в следующих, потому что этот был 11-й турнир. Но в 12-м постараемся дожить и сыграть также с ветеранами прокуратуры. Борьба в турнире получилась очень напряженной. По итогам чемпионата победителем соревнований стала команда аппарата прокуратуры Самарской области. Второе место завоевала сборная команда городов и районов прокуратуры Самарской области. Бронзовым призером соревнований стала команда прокуратуры Советского района города Самары. Сегодня победила дружба, сегодня победила молодость, сила, удача. Кому-то повезло, кому-то не повезло, но не суть важно. Главное, что вы сегодня были здесь на игре, на футболе, забили голы, радовались искренне. И самое главное, что с вами тут ваши дети, семьи. Это очень хорошо. Я хочу всех вас поблагодарить, сказать спасибо за игру. И думаю, до новых встреч. Мы обязательно эти традиции будем продолжать.